Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Садовая терапия» и с вами я, Ирина. Сегодня 10 апреля 2021 года. Я получила две посылки. Первая посылка из питомника Мишкины розы и вторая посылка из садового центра подворья. Сегодня больше акцент сделаю на питомник Мишкины розы. Для меня это новый опыт, и я так думаю, для многих тоже. Я еще ни разу не заказывала в этом питомнике розы, и вот попробовала. Заказала 14 саженцев. Это семейный питомник, в котором с любовью трудится вся семья, уже более 20 лет, 25 лет. И это многодетная семья, которая вот выращивает розы на продажу, ухаживает за этими розами. У них большая коллекция, что-то около 400 сортов, и она постоянно пополняется. Ну, посмотрим сейчас, какие ко мне пришли розочки из питомника Мишкины розы. Это Краснодарский край. Они находятся в станице Кущевская. Посылочка пришла достаточно быстро. Вот они, эти две посылки. Посылка «С любовью для вас» от Мишкины розы и посылка из подворья. Ну, из подворья я вот сейчас открыла посылочки, покажу вам. В общем, не буду задерживаться. В принципе, розочки неплохие в этот раз пришли. 4 саженца я заказывала. Это сорт Пиано, вот единственный сорт, у которого вот так поврежден один побег. Ну, придется вырезать. А так, в целом, саженец хороший. Вообще, все саженцы довольно-таки крепенькие, такие хорошие в этот раз. Пиано заказала, Центр Роял розочку заказала, очень красивая роза. Еще заказала розочку Gold Daisy, давно хотела, очень красивый сорт. Решила высадить ее в кашпо, она такая невысокая, небольшая розочка. И роза Sourire de Perigueux. Очень красивая, я люблю такого цвета, такого оттенка розы, чайно-гибридная роза. Ну вот, в принципе, саженцы довольно-таки неплохие в этот раз пришли. Я уверена, что там и с корневой все нормально. Я пока их даже не открывала, эти саженцы. Ну, просто нет времени, нужно сначала разобраться вот с розами Мишкины розы, а потом уже вот день-два еще полежат саженцы из подворья, потом я ими займусь. Мне прислали 14 роз и еще одну розу в подарок. Какие розы я заказывала? Я заказывала розу London Eye, 2 саженца, Карамель Антик, Кахала, The Prince, Романтик Антик, Клод Брассер и Мияби. Каждого саженца по 2, вернее, каждого сорта по 2 саженца. Ну, на первый взгляд, довольно-таки неплохо. Есть сомнения по поводу буквально нескольких побегов, что-то там вот какие-то затемнения, потемнения, но тут понятно, вот механическое повреждение, видимо, как бы всякое бывает, может быть, при транспортировке, но несколько побегов, они потемневшие, я вот не знаю, может быть, это особенности сорта такие, что побеги такие какие-то красноватые, или просто они подмерзли, но... Сейчас вот вам подробно все покажу. Саженцы были, корни, корневая система была в торфе, во влажном. Достаточно хорошо все, тщательно все упаковано. 14 роз разделено на 2 упаковки, плотно-плотно друг к другу прижатые. Ну и, видимо, при транспортировке вот один саженец, у него поломался побег. Очень жаль, потому что мне пришлось прям кардинально вот этот хороший побег вырезать. Очень жаль. Ну, вырезала, а что же делать? Вырезала, буду обрабатывать, конечно, все эти розы. Некоторые розы вот с такими побежками, какой-то налет на них, затемнения какие-то. В общем, я не знаю, что это, то ли подмерзли, но вот сорт... Романтик Антик, вот посмотрите, какая это красивая роза. Это все розы новинки, сорта, я имею в виду новинки, это срезочные сорта. Вот в таком состоянии корневая система. В принципе, довольно тоже неплохая корневая. Несколько розочек есть слабенькие, ну как слабенькие, они просто маленькие. Ну вот здесь Клод Брассер, очень красивый сорт, 2 саженца я приобрела.
тоже давно хотела эту розу. Ну, здесь также розочка Кахала. Тоже очень красивый срезочный сорт. Еще два саженца розы London Eye. Тоже срезочная роза. Ну, корневая довольно-таки неплохая. У London Eye у одного саженца два побега, у другого вот побольше вроде, он такой более пушистый. Ну, ничего, посмотрим, высажу. Лишнее все пообрезаю, такое сомнительное. В целом саженцы неплохие. Вот здесь, видите, побеги. Вот эти побеги вот, вызывали у меня сомнения там затемнениями. Здесь вот как раз розочка Мияби. Два саженца, но они такие маленькие, какие-то вот прям и корневая маленькая, и стволики. Но, может быть, они должны быть такими, я не знаю. Я впервые заказывала японские розы. Вот попробовала с сортом Мияби. Посмотрим, как они себя поведут в нашем жарком климате. Здесь также розы The Prince. Тоже два маленьких саженца, и корневая небольшая, и сами вот стволики тоненькие. Но достаточно пышненькие они, стеблей много, ну вот побегов. Роза The Prince, она вообще сама по себе, ну, небольшая остинка, но невысокая. Тоже очень красивая, и цвет просто шикарный. Здесь также роза Карамель Антик. Очень красивый сорт срезочной розы. Такая солнечная, красивая. Да и саженцы у Карамель Антик, вот два саженца Карамель Антик, самые-самые такие были сильные и мощные. Это подарок Латин Помпон, я так поняла, потому что у меня никогда не было такой розы. Ну, я прошлась, посмотрела, конечно, по интернету, что за розочка такая. Ну, красивая, красивая. Посмотрим, никогда еще такие розы не заказывала. Я так понимаю, что это тоже срезочный сорт. Ну, посмотрим, как она себя покажет. Мне главное, чтобы в нашем жарком климате все это нормально росло, развивалось. В общем, буду наблюдать. Я все эти розочки уже подрезала. Вот, кстати, у подарочной розы вот повреждения вот такие на стебле. Ну, пришлось, конечно, все это вырезать. Ну, ничего страшного, там побегов достаточно. В целом саженцы хорошие. Так что спасибо большое питомнику Мишкины розы. Саженцы пришли, в общем-то, крепенькие. Я говорю, вот несколько побегов вот таких вызывают у меня сомнения, что это, почему они вот с такими потемнениями, не знаю, вырезать мне их или что мне с ними делать. В общем, я пока не поняла. Надо решить, просто вот роза Кахала, она практически вся с такими побегами, если я там все повырезаю, что же у меня останется. Но самые такие вот те, которые поломанные побеги, я вот их вырезала. Серединка у побега хорошая, прям вызревшая и абсолютно не подмороженная, ничего. Хорошая серединка. Почему тогда на побегах вот эти вот пятна, вот что это за пятна, у меня вот они вызывают сомнения, не знаю. Я замочила эти саженцы в воде пока до завтра. Завтра я их, наверное, обработаю. Скорее всего, это будет медьсодержащий какой-то препарат, потому что вот такие вот потемнения на побегах мне не очень нравятся. Ну и вот такой вот небольшой обзор я решила сделать, чтобы показать вам, что же это за розы из питомника Мишкины розы. На этом я заканчиваю свой видеообзор. Всего хорошего вам, до новых встреч в новых видео. Большую часть этих роз я буду высаживать в большие кашпо. Ну и потом, конечно, поделюсь с вами и покажу, как это у меня получилось. Все, друзья, до новых встреч. Пока-пока.